Полетела антенна, он все полетело. Нет, мы у тебя. А что у бабушки? А что у бабушки? А что у бабушки? У бабушки наверное. У бабушки телевизор возле окна. Ну что стоит? Стоит, слава богу. Ой, у бабушки сейчас летела. Нифига! Стекла хоть не повылетали. Ну чисто стекла. Видишь, мы как бы не закрывали и не закрывали. Это просто какой-то секрет. Всё. Я захожу в умывальник, а там вот это вот все. Я зову Веронику, Вероника зовет маму. Я не знаю. Там мама говорит, что это снизу дымится. Вышла к нам тетя Валя, говорит, у них туалет на том конце тоже. Капец, у них льется все. Я не знаю, что делать. Я не хочу так. В итоге пришел студент, его Любовь Анатольевна сказала, он пришел к нам, у нас на между стенок торчит снаряд в умывальнике. Ой, я не знаю, что делать, мы еще будем собирать вещи, уезжать к Лёле, потому что, что вот это, вот видите, ветер просто дует отовсюду. Просто прокуратура горит пламенем. Вот, и вот здесь где-то, смотри, где-то за домом. Вот, это дым только. Это дым, видишь, вот. Где ваш... горит прокуратура и что-то типа где наша школа, вот тут наш дом, вот этот дом стоит перед нами и дальше идет наша школа, то есть что-то наверное за школой горит. Это какой-то пипец. Долго. Просто люди идут присед, какой-то трындец. Это просто, я не знаю, нас будут расселять или что, я не могу понять. Я типа... Просто чуть у Леси на комната открылась. Она там же никто не живет. Просто смотрите. Чуть у Леси на комната. На тот конец нам ходить нельзя, никому нельзя. Там снаряд торчит. Если он бахнет, то вообще трындец будет. Мы сейчас будем собирать вещи, потому что это какой-то трындец. Сейчас приедут кто-то. Что-то будут делать, потому что, ну, как бы... We can see here, just next to that room, which luckily there was no one living in at the time, there's the bathroom or the sink area. Now this is kids that use these, well did, before all this area was destroyed and the heat was knocked out, they use this on a daily basis. Just think what would have happened if there would have been a child standing here when this rocket hit. Now make no mistake, this is not a military target here. There's no military here. Right next door, let's look over here. This is a student housing building right here, which also has come under shelling. So make no mistake, this is
a civilian area. Yes, there's police stations in the area and things like that, but there's no military base here. There's a general prosecutor's office, which is up the street, but this square is a civilian area. This is not a military target, but yet Ukraine keeps attacking this same area in the center over and over again over the last months. Now, this attack happened a few days ago, but we're going to continue on and show you what the facts here on the ground in Donetsk, and we're going to keep moving on and keep pressing because you're not going to see this information anywhere else.